Александрийский ответ. Это я. Это мне дал прозвище второй мой папа. Женя зовут. Я мама. Пам-пам-пам. Мама, какать. Блядь, всю жизнь мечтал, чтобы моя мама ее звали Женя. А кстати, как получается, удачно. У меня это инструктора моего по вождению Евгения Владимировна зовут. Да, я понял, ты расскажи мне это. Да пизду, блядь. Я больше вообще ничего не буду рассказывать, а то опять напишите нахуй. Я ни на кого не. Я не дрочу ни на кого. А? Да. Не, она такая вообще жесткая. Не нравится. Да блядь. Сука, да пизду. Ну он тебе. С вами вообще имеет дело. Ну нахуй. Сейчас садишься в машину, просто такое. Ой, я. Это, братан, уже называется фейк-такси. Это я не знаю, у кого как там называется. Сейчас пойду чинить. Ту-ту-ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру. Сейчас па-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